Ребятки, вы слышали, как вам зрители аплодировали, потому что на прошлой игре у вас очень было яркое выступление. Как к этой подготовились? Ты, честно говоря, молодец. Всех зрителей собрал, а говорить мне опять даешь слово. Антоху, кстати, ты поздравил? Слышишь, у тебя вот помимо квартала Лиги смеха, что еще есть? А что тебе не хватает в жизни? Денег. Да ты на всю страну сейчас сказал про деньги. Я не скрываю, мне нужны деньги. Кого будете благодарить? Мы благодарим самый родной, самый любимый Сумский государственный университет, а также лучшего мэра Украины и нашего города, конечно, Александра Лысенко и его первого заместителя Владимира Войтенко. Спасибо! Его как-то вы особенно прям... Ну-ну. И еще кого? Ну, понятно, да, кто папиков искал? А, ладно. И большое спасибо Марине Лирник за то, что рожала не во время репетиций. Спасибо. Удачи, ребят! Мы врачи, новые врачи. И сейчас лучше зазвучим. Ведь теперь клирника у нас. Вылечим каждого из вас. Йоп! Клиника наша смехом лечит, каждый в больнице увековечен. Клятву Гиппократу каждый давал. Что-то бурчали, никто тебя не знал. Клиника, клирника, где кто смеется, кто с грустью не сдается. Клиника смеха, лекарство для души, хочешь лечиться? Сиди и ржи! В нашей больнице все врачи, русские, украинцы и армяне. Мы надели белые кедики, чтоб тренер вышел, сказал: ну чё, привет, медики! Ну чё, привет, медики! Ты кому медики сказал, а? Сам ты медик, понял? Нет, ты понял? Он в дуэте 10 лет с мужиком играет, а мы медики. Ты же взрослый человек, тебя по телевизору показывают. Выходишь, позоришь нас. На всю нашу страну. Ридну неньку. Медиками нас называешь. Нехай Бог милує. Что так, ты вечно говоришь? Пожалуйста, спокойнее, ну все нормально. Тема медицина, правильно? Медицина, ну что, ну он хирург, это стоматолог, вы там, допустим, педиатры. Ты за базар вообще в ответе, нет? Ты понимаешь, что это по телевизору пока дети маленькие смотрят? Это не на телефон видео, алло! Тебе слово элегантность о чем-нибудь говорит? Толерантность, братан. Мерси, месье. Бон аппетит. Успокойтесь. Привет, Киев! Ну, Антон, теперь ты главврач клиники, в которой может произойти все, что угодно. А, то есть я главный, да? Значит, ты нахальный, в подвал идешь, будешь отвечать за МРТ. МРХ, да. МРТ. МРХ. Так, давай по словам. Магнитно. Магнитно. Резонансная. Ага. Томография. Хорошо. Магнитно, хорошо, да. Я так и сказал, МРХ, что он пристал? Как можно с ними работать вообще? Что это за клиника вообще? Есть у вас нормальная, инновационная, есть? Да, мы создали сыворотку правды. О, молодец, урод, все. Ты уже попробовал? Не-не, это я от себя лично, это ты урод, а вы все его друзья, понятно? Антон, мог бы быть и повежливее, у нас вообще-то классная клиника. Какая клиника? Это чушь какая-то, одни костюмы и все. У вас нет ни одного препарата. Есть, я медикамент. Кто ты? Медикамент. То есть ты еще раз повторил, да? Молодец вообще. Красавец, брат. Спасибо. Ай! Что случилось? Я начал превращаться в такого же, как он. Слушай, щетина растет на спине. Слушай, твоей маме зад не нужен. Антон, остановись. Я не могу, у меня в крови аджика. А у нас лаваш. Успокойтесь.
Антон, что? Ты же взрослый человек, популярный комик. А я говорю, что он комик. Это тебе заметика, понял? Комик. Ты не комик. Ты не так. Комик. Не комик. Комик, 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 комик. 20 лет в Украине выступал, юморист был. Без виз открыли, комик, он стал. Да ну вас, черт, ребят. Давай, давай, иди свой латте пей, комик. У нас больница, в которой может произойти все, что угодно, поэтому... Играем в квача! Ты квач! Ты квач! Ты квач! Ты... Сейчас, осторожно. Ага. Я квач, я. Братан, наконец-то мы не квачи. Будьмо! Эй! Будьмо! Эй! Будьмо, будьмо, будьмо! Эй, 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 девушка, чё сидим скучаем, а? Успокойтесь! Чё вы все время под украинцев косите? Братан, мы так от новой полиции скрываемся просто. Они уже надоели со своим этим молодой человек, машина не должна царапать асфальт. Во-первых, она не глубоко. Ну что это вообще? А во-вторых, если у меня ее украдут, как я потом найду ее без следа ласточку? Ласточка — это потому, что капот в небо смотрит. Дура. Давайте, все, Артем, объявляй про больницу. Наверное, у каждого такое было. Отец уходит из семьи. 5 лет прошло, никак отойти не может. Мать тоже имеет право на счастье. Эгоист. Давайте, все, забыли. Представьте мир, в котором нет медицины, в школе. Не знаю, что я делаю, но мне очень нравится. На улице. Человеку плохо, помогите! О, аппендицит уже не болит. Ну вот, вот так нужно шутить, а то мы не пройдем дальше. А сделай, как всегда, когда не проходишь. Животик втянул и бочком, бочком. Юра! О, началось! Друзья, не обращайте внимания, просто Юра, он 2 года работал вот этим надувным человечком на заправке. Сейчас как не дернешь, все, пошло-поехало. Давай, Юра, все, успокойся. У меня от этого твоего уже голова болит. Держи аскорбинку, тварь. Спасибо, овца. Артем, скотина, объявляй. Всем знакомая ситуация, драка с отчимом. Да что ж ты не отойдешь никак? Давайте опять, забыли, просто случай в аптеке. Случай в аптеке. Дайте, пожалуйста, цитрамон. Хватит мне указывать, сукин сын! Ты мне даже не отец! Ну... Такое же могло быть в аптеке, правильно? Чё? В поликлинике. Сейчас сделаем тебе укольчик. Ты чего? Да совсем не больно. Как комарик укусил. Я сейчас за лекарствами. Малой, ничего личного, это работа. А чё ты, трусишься, да? Первый раз, да? Я помню свой первый раз, да, помню. Я думал, вену дадут, да, а досталась ягодица главного бухгалтера Киевского маргаринового завода Нины Ивановны Штольц. Я потом месяц в изоляторе с пузом лежал вообще. Мама, мама. Мама, мама, это она тебя сюда и привела. Ну что, да, вторая положительная моя любимая, что... Свет, 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 ой, ура, свет. А ты хитрец, малой. Давай мне свои лейкоциты! Давай лейкоциты! Ай!
Женщина, опять вы? Да перестань, да брось. Блин, ты, она что-то заигралась. Да брось, нормально. Да хватит, да перестань. Ну, елки, да, блин, да ну успокойся, успокойся. Ай! 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 Антон! Антон, что с тобой? Черт, по башке. Что с тобой? Вы кто? Блин, ему, походу, память отбила. Антон, что последнее ты помнишь? Последнее? Так, Кировоград, крытый рынок. Я стою, продаю аудиокассеты. Значит, это Larry Winn, новые, лучшие. Аквавита, The Best. Алла Кудлай, Любовь. Что? Короче, все понятно. Он потерял 20 лет своей жизни. Подождите, стойте. А что я здесь делаю? Какой сейчас год? 2017. Играешь в миниатюре. 2017? Я до сих пор играю в миниатюрах! Что с моей жизнью вообще? Черт, подождите. Нет, стоп. Я должен был стать великим человеком! Как Вова Зельвова! Как Влад Ряшин! Как Дивеев Церковный! Как Larry Winn! Ну, ребята, мы теряем его! Давайте послушаем! Это все, что нужно мне. Ничего не понимаю. Да я послушаю. Еще раз по-новому все повторим. Между нами тонет лед, нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы вдвоем. Между нами тонет лед. Ну, что с ним? Он отравился грибами, у меня есть лекарство, я сейчас принесу. Альберт, ну он же наш тренер, ну сделай что-нибудь. Очень красиво. Очень красиво. А теперь с тренером. Ну, я же не врач. Блин, но мы все не врачи. Может быть, в зале есть настоящий врач? Так себе медицина. Ну, давайте, не знаю, нового тренера выберем теперь. Антону уже не помочь. Давайте возьмем Горбунова. Вообще-то у него свои команды есть. Ну ничего, подстроимся. Что-то впизнали? Горбунович Горбунян, то мы ті, яких, хачапурі, понял, такий прикол, хачапурі, ну то сложний для вас прикол, я понял. Костин. Те, що ти кажеш, текст «Шампур» – це, звісно, смішно. Це мощно. Рвань. Там хлопці з твоєї команди вже плачуть. Але те, що там немає м'яса, то це твій профтик. До речі, такий прикол новий. Взяли до команди Ашота. Він вміє виносити мангал. Роздувати вогонь та заносити. Такий ото прикол. Добре, Святослав, нервничай, все нормально. Публіка наша. Так, стоп. Куда? Я живой, все нормально, вы чего? Какой новый тренер? Так, давайте, снимайте свитера. Быстро, давай. Не, братан, быстро не получится. Чего? Если я быстро сниму, меня током убьет. Понял, эти повелося. Да успокойтесь, все. Ну і в кінці. Ми всі різні і розмовляємо різними мовами. І неважливо, якою мовою ти розмовляєш. Неважно, на якому язикі ти говориш. Тарбіріцюнчка, іншлезове з хосом. Братан.
Важливо лише те, що ми всі одне одного розуміємо. Майже всі. Ніколь Кідман і Антон Лірнік. Любіть маму, мойте руки милом. Спасибо. Он выжил все-таки, этот врач, да? Николь Кидман и тренер Антон Лирник.